Местная достопримечательность – водопад, который не засыпает даже зимой, в снежную зиму. На улице метет, метет, и всю ночь мело. Наконец-то пошел снег. Надеюсь, он еще хотя бы сутки пройдет, чтобы засыпать старые следы, потому что сейчас, вчера была плюсовая температура, он сел, а сейчас минус 10, и это все забетонировало, и нужно, чтобы сверху присыпало хотя бы там сантиметров 40-50 свежего снега. Тогда и вот этот бетон внизу, он его отпустит, и он станет более-менее проезжабельным. А сверху будет пух. Поехали кататься. Готовимся к выезду, и вот какая неприятная штука со мной произошла сейчас. Обычно я катаюсь с тангентой Эбри, водонепроницаемая, хорошая тангента, отработала 70 дней без единого глюка, но вчера она начала сама включаться. То есть, видимо, туда вода попала, и микровыключатель умер. Сегодня я зацепил другую тангенту, запасную свою, и она тоже не работает, то есть я слышу, сказать ничего не могу, поэтому буду как собака сегодня, все понимаю, сказать не могу, ездить. В крайнем случае можно достать рацию и так сказать. Сейчас уже времени нет, чтобы что-то изменить, поэтому поедем так. А вечером буду разбирать тангенту, смотреть, и в общем вы все увидите.
Подубасили с Ильей по лесу. Посмотрите, что у него из головы торчит. Стрела Чингачгука. Сань, Брат. Оцени сегодняшний снег по 10-бальной шкале. 10! Че, не будешь хапойер делать? Здесь-то можно было. Местная достопримечательность – водопад, который не засыпает даже зимой, в снежную зиму. Очередной замечательный день в горах близится к завершению. Сегодня был очень классный, пухлый снег, контролируемый, самое главное. Снегоход ехал вверх, вправо, влево, и сохранялся контроль, и не было страха потерять снегоход. Оттренировались, накатались. Очень хороший темп был. Спасибо, ребята, за такую тренировку. Я в удовольствие подубасил по лесу. Но сегодня у меня прям с утра не задалось с тангентой. Моя любимая тангента Эбри, с которой я катаю с начала сезона. Я даже ее не отцеплял с рюкзака. Вчера она дала сбой. Она начала включаться после того, как намокнет. И сложно ее бывает выключить, пришлось отключить и ездить просто с рацией. С утра я заменил на свою прошлогоднюю тангенту Баофенг. Но у этой тангенты тоже проблема образовалась практически сразу же. Она включается, но микрофон не работает, то есть меня не было слышно. Я всех слышу, сказать ничего не могу, и сегодня такая была щепетильная ситуация, когда приходилось доставать рацию и говорить. Но сейчас нужно эту проблему устранить. Во-первых, нужно понять, почему не работает эта тангента. Ну, скорее всего, я думаю, что здесь вышел из строя микровыключатель. Нарушилась герметичность уплотнения, и туда попала вода, и, скорее всего, он окислился, потому что когда тангента сухая, здесь в теплом помещении она работает нормально. А мы сейчас тут, кстати, и проверим. И еще такая же рация. Баофенг UV-82. Тут тоже такую же частоту настроим. Сразу видно, что китайская. Так, все. Все, работает тангента. Тангента работает. Раз, два, три. Начинаем раскручивать. В общем, проблема в том, что, похоже, умер микровыключатель. Вот, сейчас попробую показать. Вот этот вот микровыключатель, который, собственно, включает режим передачи. Внешне он вроде как целый, но, похоже, он сам включается. Но здесь есть еще один, и я сейчас попробую поменять местами их. Ну, а причина, почему тангента сломалась, это в том, что выпала вот эта
верхняя кнопка. Для чего она, я не знаю, но она выпала, и, соответственно, туда начал набиваться снег. Почему я это сразу не заметил, не знаю, не обратил внимания, видимо. Ее сейчас придется как-то заизолировать. Верхний микрик я переставлю на место основного, а эту пробку заклею клеем просто. Сейчас я проверю. Пока что нажимаем разобранную тангенту. 1, 2, 3. Раз, раз. Все работает. Вот и все. Тангенты целые, готовы к дальнейшей эксплуатации. Заняло это у меня буквально полчаса времени со всеми приготовлениями. И я думаю, что прослужат они еще долго. Ну, вы обязательно увидите, если они сломаются, какая-то из них. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Завтра, кстати, будет море пухлого снега за окном. Очень сильно метет. Всем пока!